своей жестянка, ну её болото, живём мы как поганки. А нам петь охота. Пацаны, напомните, когда мы последний раз за хату платили, мне надоело тут торчать. Как мы станем звездами, если мы будем болтаться на этом сраном дереве? Надоело, это сраная жизнь. Пацаны, что это? Мне кажется, это кредиторы. Пацаны, где это мы? Мне кажется, они услышали, как мы поем, и решили построить для нас коттедж. Алик, что ты несешь? Мы вообще-то в отеле. Эй, пацаны, го за мной. Подожди, пацаны, не уходите, вы же знаете, что у меня двойка по физкультуре была. Да давай быстрее, не хватало, чтоб я еще дюбнулся. О, жрачка. Отлично прокатились, а теперь мы где? Где, в помойке. О, зачетная хата. Кажется, мы нашли лоха, который будет нас кормить и поить. Блам-блам-блам. Что за хрень? А, пацаны, сейчас будем жрать. Ух ты, сколько жрачки. Пацаны, у нас сегодня праздник живота. Я нашел сырные шарики. Ты можешь потише? Берегись. Пацаны, каждый сам за себя. Да что же это за странные звуки? Ага, попался паразит, я тебя сейчас. А ну брысь с моей кухни. Здрасте, сюрприз. А, слезь с меня, вонючий грызун. Пацаны, мы походу кокнули, надо валить отсюда. Без паники, просто берем лопату, идем во двор и копаем яму. Не торопись, он походу пришел в себя. Дядь, у вас голова не болит? А, говорящие скунсы, уйдите от меня. Слышь, чел, полегче на поворотах, мы вообще-то бурундуки. Да мне вообще пофиг, кто вы, но вы умеете разговаривать, как? Слушай, ты не против, если мы тебя немного поживем, а то у нас хату турнули. Позволь нам представиться, я Саня, а это Алик, я самый крутой, а я Тедди. Очень приятно, теперь валите из моей хаты. Эй! Вот не надо нас так гнать, ты еще не знаешь, с кем ты связался. Ой, извини, мы тебе помешали? Вы что, еще и петь умеете? Да не, это так, было пение. Чего же вы сразу не сказали, я бы вас не выгонял. Ладно, го, ко мне. Значит так, у меня есть условия. Если будете приносить доход, то можете жить у меня. Вы меня поняли? Кормить ты нас будешь? Ну ладно, окей. Телевизор смотреть можно? До 6. До 7. Окей. Значит, ты музыкальный продюсер? Да. Значит, это ты тот лох, который выкинул свою аппаратуру на улицу? Да. Ой, черт. Здорово, ой, I'm sorry. Вы чё не спите? Алекс самый крутой на танцполе и пел, и сложил руки, он не сидел. Здесь тебе не стриптиз дэнс. Дорогие детки, спать быстро, чтобы завтра утром меня разбудили, вы меня поняли? А можно мы будем тебя звать дядя Дэйв? Пока не заслужили такого статуса. Пацаны, Шухер, наш музыкальный продюсер проснулся. Чем это вы занимаетесь? Готовим завтрак. Я ловлю? Эй, где он? Саня, у тебя что, проблема со зрением? Примерь-ка, ну как норм? Ой, какой мы срач устроили. Ну и что вы еще придумали? Да, мы сделали небольшой запас, чтобы, мало ли, ты нас кормить не будешь. Ну что, пацаны, споем рэпчик? Готов, Саня? Еще бы. Готов, Тедик? Да. Алик? Алик? Круто, на улице даже бегать не надо. Алик! Ты че орешь, я тут от страха не дюбнулся. Ну я готов. Наша жизнь была жестка, пока мы не встретили лоха. Мог знать, что он крутой. Что надо, я занят. Пришел Дэйв Сейвилл, хочет вас видеть. Опять этот додик. У меня для тебя подарок, Дэйв. Ничего не говори. Дружище, тут не зоопарк для белок. Ну зацени кое-что. И что я должен заценить? Сейчас, подожди. Ну давайте. Послушай, дружище, давай я тебе это, дам номер своего психиатра. Она тебя проверит. Вы что молчали? Да этот лысый очкарик на меня так смотрел, свой текст песни забыл. Я вообще чуть штаны не наложу, у тебя их нету. Чего мы должны для него петь? Я из-за вас опоздал на работу. О, а мы с тобой можно? Чтобы вы и там еще накосячили? Ага, не, поедете домой сральник свой убирать. Привет, брат, сколько лет, сколько зим? Небольшая проблема. Мы хотели убраться и случайно сломали тебе пылесос. Еще мы случайно затопили твой дом. Если в моем доме будут мокрые полы, вы у меня сегодня точно пиздюлей получите. Братья, может вы мне объясните, что это такое? Это... Жопа Теодора? Меня из-за вас турнули с работы. Тедди, ты что, мне нагадил на диван? Да это шоколадный Боб. Ладно, убедил. Где Алик? Алик, круче всех, круче всех. Тебе мама не говорила, что стучаться надо? Вылазь. Значит так, благодаря вам. Меня турнули с работы. В моем доме вечный срач.
И все считают меня шизиком, спасибо вам большое. Черт, я из-за вас забыл, что у меня свидание. Эй, ну подожди, не доверься нам, мы приберемся. Вы мне уже один раз прибрались, спасибо вам большое. Но на этот раз все будет чики-пуки. Давай, доверься нам. Пацаны, у меня идея. Раз уж накосячили, будем отрабатывать. Пошли со мной. Мы даже не работаем. Дорогие ребята, к сожалению, у нас ничего не получилось. Я не смогу вас воспитывать, так как сам не могу о себе позаботиться. Вам надо вернуться домой. Ой, ну и вонючка. Бомжи какие-то ходят, наверное. Попрошайничают. Здравствуй, дядя стрёмный наш. На башке твоей лысяш. Был бы там придок волос. Не казался б стрёмным босс. Пацаны, мне понравилось.